Я тебя не знаю, ты меня не знаешь. Что случилось, уважаемый? Когда-то эти острова были только для нас. Ни один чужак не смел сюда сунуться. А если осмеливался, то уже не возвращался. Добрые были времена. Наверняка не для тех, кто сюда попадал. Ты Гуннар? Кто спрашивает? И зачем? Я хотел бы пройти путь воинов. До сих пор ни один чужак на это не отваживался. Но если тебе жизнь не мила, попробуй. Что я должен делать? Путь расходится на две части. Одна ведет к горным вершинам, другая в недра земные. Пройди обе и докажешь свое мужество. Расскажи мне о горном пути. Он пролегает по хребту горы Ардварк. На вершине ты найдешь алую шаль. Принеси ее в доказательство того, что побывал на вершине. Звучит не слишком сложно. Ты плохо знаешь наши горы. Может, ты расскажешь побольше о подземном пути? Это какая-то пещера? Да, но проходы, которые к ней ведут, затоплены. Ни один человек с большой земли не сумел через них проплыть. Этому надо учиться с детства, с молодых ногтей ловить жемчуг. Посмотрим. Что будет дальше? В конце грота тебя ждет неожиданность. Возьми то, что найдешь там, и принеси мне. А что за неожиданность? Увидишь, если доберешься. Если гарпии тебя не порвут. Да, можно попробовать. Мало того, что чужак, так еще и глупец. Что же, от этого нет лекарства. Отправляйся на вершину горы Ардварк и принеси алую шаль. Потом надо добраться до пещеры. Там есть еще одна вещь. Но о ней я тебе не скажу. Иди, покажи, чего ты стоишь. И лучшее оружие ни к чему, если слабая рука его держит. Правда? Лучшее оружие ни к чему, если слабая рука его держит. Правда? Приблуда. Приезжают тут всякие с большой земли. Нам потом их трупы из корчмы выносить.
Что за гнусное место? Удивительно, что старик говорил не выныривать.
Говорят, Олаф два дня мяса не жрал. Вот, а он, если голодный, то злой. Зато опять медом отбился. Друиды говорят, что Рагнарёк... Ты пришел издалека? Откуда они могут знать, когда будет конец света? Какие вести ты принес? Испытание было нелегким, но я справился. Вот доказательство. Ты первый чужеземец, который с этим справился. Тебе надлежит воздать почести. Я прослежу, чтобы весть о твоем подвиге разошлась по пяти островам. Красивые мечи. Но по мне лучше добрый топор. Хранит тебя, Фрейя. Не волнуйся. Если я не пройду испытание, ты быстро обо мне забудешь. Не говори так. Красивые мечи. Не стоит помнить. Но по мне лучше добрый топор. Ты не сумел стать воином.
повезло тебе, выродок. Стойте! Ну и быстро! Этот здесь чего? А ну давай его сюда, будем рыбу кормить сукиным сыном. Возможно, кто-то потерял здесь состояние, нажитое за всю жизнь. Часть товаров уцелела. Может, хозяин захочет выплатить нашедшему награду? Знак клана Броквар. Не похоже, чтобы сундук разбило штормом. Кто-то разнес его топором.
сил, башка седая. Дьявол, ты не похож на любителя поторговаться. Ты же из клана Брокваров. И сам я, и весь мой род, деды и прадеды. Я, кажется, нашел кое-что, что вам принадлежит. Груз с Дракара, который разбился к северу от Артскеллига. О, это должно быть гнев Хеймдаля. С месяц назад ушли они за добычей на побережье, но не вернулись. Послушай-ка, а не находил ли ты там красивого меча? Он принадлежал кормчему. Его семья была бы рада получить его назад. Находил. И с удовольствием его отдам. За приличное вознаграждение. Известное дело. У нас иначе и не бывает. Спасибо. Если поспешите, может, вернете остальной груз. Мы так и сделаем. Сейчас созову людей. Спасибо за вести. Не за что. Будь здоров. Красивые мечи. Но по мне лучше добрый топор. Хеймдаль хранит клан Тирша. Хеймдаль хранит королей. Кровь Тирша. Кровь королей. Что ты тут околачиваешься? Здесь стоит осмотреться.
Сука! Столько чужаков на островах не было. Приветствую, ведьмак. Я по поводу пропавших горняков. Может, я смогу помочь? Рассказывай, в чем дело. Ну, ходят слухи, что в горах с северу отсюда есть серебро. А поскольку нам деньги нужны, и надо дракары к набегам готовить, мы послали нескольких ребят посмотреть, много ли правды в этих слухах. Вот они и не вернулись. Надо их искать, а это займет много времени. Мне придется поднять цену. Лишь бы не слишком высоко. Многовато. Но, думаю, мы скоро договоримся. Горстку крон я, пожалуйста, докину. Ради наших ребят. Ладно, договорились. Серебра в горах может и не быть, а вот чудовища есть обязательно. Проверим, может, на них горняки наткнулись. Спасибо, ведьмак. Вот так. Человеческие следы. Как от тупого оружия, грудная клетка вдавлена внутрь. Здесь кто-то полз, кто-то со сломанной ногой. Эти деревья сломал не ветер, а что-то очень большое. Раздробленные кости, человеческие. Похоже, это скальный тролль.
Стой! Я хочу поговорить! Подожди, давай поговорим. Хорошо. Но ты спокойно. А то я тебе хрясь, как тех. Вот именно. Зачем ты их хрясь? Они вошли в дом. Я говорю, люди вон. Они хрясь, хрясь мои камни. Вот и я хрясь. Это тебе даром не пройдет. Ну что, паскуда? Отдохни. Служим той, что вечно дева, мать и старуха. Вот так, Куня.
Приветствую, ведьмак. Я нашел горняков, они зашли в пещеру тролля и застали его дома. И никто? Никто. Но тролль больше никому не причинит зла. Слабое утешение. И все-таки награда мне полагается. А, возьми. Счастливого пути. В прежние времена чужаков на островах не было. Но! А! Ну, посмотрим. Раны от клыков и когтей по всему телу. Но объедали уже труп. Парень погиб от удара по голове. Бес. Он убежал в логово зализывать раны. Надо его выследить. Побежал сюда. Съел только внутренности. Привередливый. У льва нет. Может, бес утащил его куда-нибудь?
перешел на ту сторону. Он прошел здесь, ломая деревья. На этот раз ты от меня не уйдешь. Желтая рубаха. Это должно быть Ольве. За ребят я отомстил. Хоть так. Thank you.
Но! И что стало с этими парнишками с Фарер, которые пошли в руины сокровища мечи искать? Мечи за спиной. Не и знаю. Чего только люди не выдумали. Только кажется мне, что мы их больше не увидим. Уве, почему ты так говоришь? Пошла я на реку постирать. Вы лучше гляжу. Себя чувствуете? А вода красная от крови. Может, кто рыбу потрошил? Может. Помолимся Фрейе, чтобы так и было. А топором умеешь махать, а? Приветствую. Какие вести? Плохие. Твоего сына убил бес. Единственное, что я смог сделать, это отомстить за него. А ведь говорил я ему: сынок, никогда еще ничего хорошего от Фарер нам не было. Останься дома. Придет еще время и для приключений, и для славы. Вот твоя награда. Мне это золото счастья не принесло. Пусть хоть тебе послужит. Тяжко было прибить всю эту чертовщину. Привет, привет.